В Колпашевской районной больнице возобновлены диспансеризация и профосмотры. Первые пациенты сдают анализы и проходят обследование. Как известно, диспансеризация была приостановлена в связи с ограничительными мероприятиями. Решением губернатора Томской области Сергея Жвачкина, возглавляющего региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, с 1 апреля в поликлиниках и больницах региона возобновлено проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Акцент у нас направлен на жителей населения 60 лет и старше в связи с тем, что все-таки они страдают хроническими заболеваниями. Но вообще на диспансеризацию мы приглашаем всех граждан с 18 лет. То есть ограничений по возрасту нет. Диспансеризация проводится в два этапа. Первый включает анкетирование, общий анализ крови, определение показателей холестерина, сахара в крови, индекса массы тела, флюорографию, маммографию у женщин, смотровой кабинет, анализ на раннее выявление онкологии, осмотр у терапевта. Второй этап проводят узкие специалисты в зависимости от показаний и возраста пациента. Конечно, диспансеризация она необходима, потому что это раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, которые, как известно, занимают первое место в смертности, да, ну и, конечно же, онкологической настороженности. Это скрининг онкологии, рака наружных локализаций. То есть все делается именно для этого. Можно пройти диспансеризацию за один день, это тоже возможно. Ну, конечно, если предварительно записался. Для удобства жителей диспансеризация проводится по предварительной записи в будние дни с соблюдением противоэпидемических требований. Записаться можно на сайте госуслуги или позвонив в регистратуру больницы. К слову, диспансеризацию можно пройти по семейному графику в вечернее время и в выходные. Можно записаться в удобное для вас время как через интернет, так и по телефону регистратуры 4-22-40. Мы работаем с 8 утра до 7 вечера. В выходные дни в субботу мы работаем с 9 до 12. Можно пройти не только здесь, но и в Тогуре. Они работают с 8 до 3 и на любом ФАПе. То есть это возможно в часы работы ФАПа. В отделении профилактики районной больницы по телефону 5-13-49 медицинские работники ответят на интересующие вопросы, касающиеся диспансеризации. Отметим, что диспансеризация гражданам в возрасте от 18 до 39 лет проводится раз в 3 года. В возрасте от 40 лет и старше – ежегодно. До конца года диспансеризацию и профосмотры пройдут порядка 10 тысяч колпашевцев. После прохождения диспансеризации желающие в Колпашевской районной больнице могут поставить прививку от коронавирусной инфекции –